В выборах участвуют 7 партий. Представитель от каждой приехал, чтобы лично достать номер, который региональное отделение получит в бюллетене. К столу, где проходит жеребьевка, выходят по очереди, которые сформированы, исходя из порядка, в котором партии извещали избирком о желании участвовать в выборах. В итоге первое место в бюллетене будет у «Справедливой России», второе – у «Единой России», третье – у «Коммунистов России», четвертое – у ЛДПР, пятое – у КПРФ, шестое – у партии «Родина», номер 7 – у «Яблока». Мы будем заказывать типографии бюллетеней 4 видов для голосования по единому округу, для голосования по одномандатным избирательным округам, с учетом того, что будут КАИБы на 90 участках. Печатать все необходимые материалы о кандидатах, которые предусмотрены действующим законодательством. И плавно подходим к досрочному голосованию, которое начнется в окружных комиссиях 29 августа. Сейчас идет агитация. Жалоб на политические партии в горизбирком пока не поступало. Больше всего нареканий к одномандатникам. Избиратели жалуются на незаконную агитацию. Выборы в городскую думу пройдут в единый день голосования 9 сентября. Рязанцам предстоит выбрать 40 человек, 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Дина Исляева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».